это лишь полстены, так скажем, 1/3 всего проекта, да? Масштабное произведение искусства, которое смогут увидеть миллионы людей, просто идя по улице. Муралы от самого Зарикто Даржиева будут украшать фасады гостиницы в центре Улан-Удэ. Пока завершается лишь одна сторона, где изображен профиль мужчины. Второй фасад будет украшать женское лицо. Но прежде чем определиться, художник разработал более 15 эскизов. Ну, в итоге я пришел к выводу, что все-таки это гостиница с названием Бурятия. То, наверное, для гостей нашего города, останавливающихся именно в этой гостинице, проходящих мимо нее, наверное, важно будет увидеть какой-то вот общий такой очень, наверное, яркий, солнечный, очень насыщенный какими-то, наверное, этническими мотивами сюжет. Поэтому в итоге остановились на этом. Для самого известного художника это новый опыт. Одно дело написать картину и совсем другое – перенести ее на стену высотой более 30 метров. Из изображений безопасности росписью занимаются высотники. Это ребята одной из лучших команд страны – граффити Раша. Зарикто Даржиев тщательно следит за процессом. Как художник, который там привык все контролировать своей рукой, да, здесь моими как бы инструментами является вот профессиональная команда. Ну, нельзя же все сделать в этой жизни своими руками. Я надеюсь, что внизу, где у меня в доступе будет как бы стена, я все-таки приложу руки, потому что просто я подхожу и всячески пытаюсь как-нибудь внедриться в процесс. Но, да, но ребята всегда где-то в люльке находятся наверху. Это, для меня пока это невозможно. Высокохудожественное произведение будет доступно всем жителям и гостям столицы благодаря созданию туристического кода Улан-Удэ. Мы участвуем в реализации государственной программы развития туризма. И в рамках этого мероприятия, вот как одно из мероприятий, вот создание такого арт-объекта, это вот размещение на фасадах здания вот таких красивых муралов. Ну, безусловно, для нашего города это большое событие, потому что таких объектов у нас еще никогда не было. И тем более мурал создается с участием такого нашего знаменитого земляка Зарикто Бальжанимаевича Даржиева. Работы Зарикто Даржиева представлены на ведущих выставках Америки, Японии, Китая и других стран. Теперь в таком масштабном виде украшают и родину художника. Поэтому не проходите мимо, посмотрите наверх, оцените настоящее произведение искусства. Юлия Пермякова, Бату Гармын, «Новости дня».